мне что-то сейчас выпадет. У меня... У меня 15% выпал питомчик. На этом все, ребят. Ну что ты? Не туда. Извиняюсь. Ульян, смотри. Ну, привет. Ну, привет. И нам вновь угрожает ежик, хотела сказать. Ну, по факту ежик, Соник. Вот. И мы пришли сюда, потому что мне что-то очень понравилась эта игра. И прям вот... О, здравствуйте, все здесь. Кроме Ёши, потому что у Ёши уже... А он бегает. 50-й уровень. Угу. Он, небось, я где-то... Чуть-чуть быстрее, чем вы. Ну, не только тебе понравилось, хочу сказать. Понравилось очень большому количеству людей, судя по всему. Потому что сейчас играет в эту игру... Сколько там? 1100, наверное, я не знаю, около того. Ну, а что? 142 тысячи? Ничего себе. Это законно вообще? Ничего офигеть. Слушайте, у меня такая скорость, у меня буквально вот 40-й уровень, уже 40-й уровень, и у меня скорость 120-130 миль в час, я просто, я не знаю, если я сделаю... куда-то влево шаг, то я делаю очень большой шаг влево, и получается такой... Огромный. Да, и, в общем, не очень удобно. Я начинаю... Я сбиваюсь с курса, в общем, сказать. Ульян, а ты себя с помощью этой, с помощью мыши просто регулируй, в общем. А, да, действительно, так тоже можно. Так логичнее, на самом-то деле. Да, так гораздо удобнее, на самом деле. Ого, ого. Скажите, пожалуйста, вы что, играли сами? Нет. Нет. А как вот... это, у Ёши 50-й уровень, когда у меня 32-й? Я вот тогда, когда мы доиграли, Ульяне, в видео, угу. Вот я тогда примерно и, в принципе, закончил. Угу. Угу. Ну, дошел до 50-го уровня, потом закончил. Угу. Вот, да. Ну так, блин. А я сейчас бегаю 200 миль в час к 100. Сколько? Ну, блин, у меня 170 максимум. Ну, только после разгона, а так 180. А 180. Как же обе проходить все вместе? Кстати, обе, да, можно... Легко. Я второй не проходила, обе прошла только первая, поэтому, конечно, можно пройти, но пока что я хочу побегать. Я вошла во вкус, ребят. Слушайте, я хочу вот эту вот штуку. Так, а я не вижу, где вы. Я там, где нужно заработать 1500 хп. Хп экспириенса? Вот я. Вот я. Где ты? Здорово. О, ого! Блин, ничего себе, у тебя руки назад. Просто это очень эпичный бег. Это очень эпичный бег. Я иногда так в жизни бегаю. Ради смеха. Для какой цели, боюсь спросить? Просто так, вот знаешь, когда ты видишь, встречаешь своего друга, и ты думаешь, ну блин, я так давно тебя не видел, просто я бегу к тебе. И со всех ног ты бежишь вот так вот. В общем, это очень забавно, да. Да, я бы на это посмотрел, конечно. Так, а, ребят, а вы в курсе, что здесь надо перерождаться, кстати? Что? А гонка? Ребята, мы готовы к гонке, я считаю. А давайте. А давайте. А давайте. Ну так нечестно, я сейчас самая последняя. Не обязательно. А в прошлый раз ты была самая первая. А у кого там питомцы, кстати, вообще? А, питомцы, слушайте, точно. О, боже мой, о, господи. Воу, 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 воу. Ничего себе. А, все, что ли? А, все? Что-то конец как-то очень быстро наступил. Да. О, ну я в прошлый раз была последняя, а сейчас немножечко получше уже. Так, ребят, на 50-м уровне вам надо будет переродиться. Где перерождение, надо, наверное, заранее найти. Хорошо. Я его пока не могу наблюдать. А у тебя больше 50-го, да? Не, у меня 50-й, дальше он не растет. Ага, все, я поняла, хорошо. Ну, потому что представьте, что было бы, если бы вы бегали на скорости, которая у 50-го уровня. Ну, после перерождения, думаю, можно будет бегать быстрее. Чем сколько там на 50-м уровне. Ну, короче, вы поняли. А сколько там на 50-м уровне? Да я не знаю, там 180 где-то бегал. Нормально так, всего лишь. Не, на самом деле уровень быстро растет, когда, ну вот, чуть попозже уже. Ну, в общем, когда больше 30-го, ты уже быстро набираешь уровень. Да, на самом-то деле согласен, абсолютно. Мне очень нравится колечки проходить. Я не знаю, мне так доставляет это удовольствие, я прям не могу. Да-да-да. Ульян, а у тебя какое обе уже есть? Второе? А первое, только я второе еще не проходила. А ты не прошла еще второе? Надо второе? Ну, пойдемте. Пойдемте проходить вместе. Пойдемте. А где оно? А, ну, правее, точнее, левее от первого. А-га. Вот я к нему а пришла. Где первое? Давайте, резонный вот, вопрос вот, сразу. Вот, этого, вот, да, я нашла. О, господи, первое прямо в самом начале. А потом левее ты идешь, там второе. Ага, все вижу. Так, вы все там уже, да? Ну, да. Вот, захожу. Давайте. А что это такое? О! Ой-ой-ой. А, надо нажимать просто на пломбир, если что. Да. Когда вы видите зеленую штуку, вы нажимаете на пломбир. Все просто, ребят. Зеленую, не вижу. Ты прыгаешь на этой красной, получается зеленая, да? Да-да-да.
Да, да, да. Так надо на нее прыгать. А! Просто около нее можешь нажимать. Капец. Оп. Не получилось. Оп. Это сложно. Все, получается. А-а-а. Начало было хорошее, оп, а дальше не очень. О, просто господи, когда на этой красной загорается зеленая, обязательно нажимать на пломбир. Все, хорошо, все просто. Да. Нет, ну это понятно, но нужно еще как-то. Оп, оп. Ай, а я бьюсь, я не могу вверх подняться, я ударяюсь. Ну что ж, как же ж быть, ладно, ну что ж делать тогда? Ну тогда все, значит, это не работает, что-то сломанное. Да. Да. Ну слушайте, первую часть я хорошо прохожу, да, а вот тут а дальше вот остановиться. Оп, сюда, да сюда. Нормально там все, ну ребят, ну что же. Не туда. Понял, извиняюсь. Молчу. Я немножко взорвалась. Молчу! Да, да, да. Да, да, я слышал. Взрыв был слышен даже из Сербии, да. Я прошла. Вот направо, налево. Ну нет, ну что, она не загорелась? О, нормально. Улан, ты прошла? Хочу поставить рекорд по времени. Все, получается, прошли, кроме тебя, да? Ты сейчас прозвучало немножечко обидно. Нет, нет, ни в коем случае. Я просто имею в виду, что вроде Ева тоже что закончила только что. Ой, какое у вас время, какое у вас время? А, я не знаю, я ждал просто. 14 секунд, кажется. Мама, 9:42. Спасибо. Все, прошла? Пойдемте сразу в третий, ребят. Давай. А как туда дойти? А, сейчас, вот где-то здесь. Пойдем. Где-то здесь. Ладно. Я тут. Ой, оп. Да, где-то здесь, где-то рядом. Вот тут. А, вот, смотрите, вот он. Да. Ну что, интересно, что там будет на самом-то деле. О, боже. О, господи, это прям какой-то новый мир. Ну, это так и работает, Ульяна. О, мама, что там? А куда вы полетели, я извиняюсь? Куда? Вы далеко собрались или как? А вот я туда, не знаю, не куда туда? Здесь. Вот, там, мне кажется, вот сюда. Вбок. Наверх куда-то, нет? Да, тут на дерево и наверх. А, вот же елка. Вот же елка, ребят. В смысле, а на елку? Может, да, на елку. А, ну а можно сюда там со стороны? Окей. А что-то сломали сюда, вы, слышите? Нет, там цветы не ломайте сломали. текстуры. Как это? Это точно. Ну там цветы упали из-за вас. О! Извиняюсь. Блин. А вот тоже капец можно, смотрите. Справа елка лежит. Так, а мы на нее как раз таки и прыгали. Так, что происходит? Что-то сложно здесь, ребят, сложно как-то есть. Я а согласна. Вы куда-то не туда идете, мне я на кажется камень не могу залезть. А тебе и не надо, тебе просто надо издалека нажать на пломбир и держать его, типа. А дальше куда? Елочка, о, любимая, оп, спокойно. Смотрите, а я пришла оттуда, куда-то я пришла. Зачем я сюда пришла? А кто мне скажет? А это что за елка? Как на нее забраться? Ребята, тут так много разных... Да. Этих путей? Путей, да. Мне кажется, Ёша, мы не сюда пришли. Вот возможно. И мне так кажется, смотрите, куда я иду. Тут да, вообще все так понятно. Мы, получается, с Евой изначала правильно шли. Там налево нужно? Да. Да, смотрите, там налево. Там, оказывается, огромное обе. Слушайте, это какой-то кошмар. Это капец. Обалдеть, реально, что ли? Да. А как это проходить, простите? Аккуратно очень. А тут нельзя? Нет, нельзя. Ладно. Да куда ты падаешь? Зачем ты это делаешь? Тут не очень удобные тормоза, я хочу сказать. Тормоза здесь отсутствуют, тормозов у нас нет. Тихо. Да господи. Что ж такое? Смотрите, как я стою. Да-да, это, кстати, очень забавно. Ты получеловек-паук. Ребят, я куда-то вообще непонятно куда попала. Ладно, взялась ты с этим прохождением. Откуда? У меня уже 47-й уровень, между прочим. 47-й. Я почти накопила до перерождения. И надо уж... О! Ничего себе! А, нет, почему? Я же нажала. Да, там что-то как-то проблемки. Да. Да, Ёж, я тут тоже туда же приземлилась. Понял. Ну, не в самый низ, и ладно. Что там, Ульяна, как там у тебя делишки? Нормально. Все превосходно, ребят. Все, пока. Лана прошла? Да! Ничего себе, мои поздравления. Да. Спасибо большое, я рада. На самом деле все проще, чем кажется, однако... Да блин, это что такое? О, я тоже прошла. О, все готово, да. Ой, все, опять это начинается. Так, спокойно, по одному прыжочку, да? Все нормально. Че, четвертая обе? Подождите. А где? Не поняла. А я не могу вот здесь вот сразу туда прыгнуть? Мне не дадут? Ты можешь все что угодно делать. А вы так делали? Не знаю, как ты делаешь. А, можно все. А вы не хотите в другой мир? Так надо обе же пройти сначала. Тихо. Ну да. Спокойно. Можно во второй мир пойти. Третий тоже. Мы же прошли обе, первый, второй. Фух, я прошла. Очень классно. Нет, Ева, это не так работает. Вообще, да. Так, ну что, ребят, идем мы в следующее обе.
путешествие куда-то там, в какую-то долину. Так, ну пока что красивенько выглядит. Ай, ай, куда? Там довольно простое, но если понимать, как проходить, то есть там типа выработать свою стратегию, да, и все будет окей. Да, вообще какая стратегия, с ай. Первого раза проходишь, и все. Ой, нормально. Ой, ой, посмотрите на меня, такая крутая, мне стратегия не нужна. Ну да. Вообще, магистр прохождения, обей. Ой, а я прошла. Так. Там главное первый раз не упасть, а потом все просто. Да. А там тебя дальше пульнет. А, о, спокойно, ничего ты себе. Ничего не делаешь. Я упала в самом конце! Просто я соскользнула с этого ужасного... Короче, обидно. Так, все, я иду. Потерянная долина. О, привет. Здравствуйте. А это что? Это что, это уже все? Вот тут продаются ребята. Так. Чао. Чао-чао. Здравствуйте. Мне что-то сейчас выпадет. У меня... У меня 15% выпал питомчик. Так, а ну-ка. О, прикольно. А ну-ка, оборудование, оборудован. Как закрыть? Оп, смотрите, такой желешечка такая. Ой, классный. Ой, у Евы дьяволёнок такой крылатый, ничего себе. Да. А мы можем торговаться? Кажется, нет. Да. Я бы тебе красного отдала бы еще. Да, ничего, я вот сейчас пытаюсь открыть сундучки, открываю, и пока что ничего интересного не выпадает. Угу. А я случайно переродилась, и я теперь такая медленная, и в первом мире еще вдобавок. А почему в первом? Ну, выкинул меня туда. Ого. А если ты не перерождаешься, то ты потом больше ничего и не растешь, да, я так понимаю? Ну да. Угу. Но смысла в этом особого нет, типа, потому что там дальше некстовый мир после перерождения, он ли? Угу. А, понятно. Агась. Ну ладно, так давайте сделаем сейчас перерождение. Вот у меня максимальный уровень достигнут. Давайте. Перерождение. Ты перерождаешься уже? Да. Я только вернулся к вам. О, господи, ребят, какой кошмар. Да. Да. Физкультура. И раз, два, три, четыре. Докачался до 40-го после, типа, перерождения. Ничего себе, ты быстрый. Я могу даже колечко сделать. Ёша, а следующее перерождение на 50-м или раньше? Или позже? Не знаю пока. Еще не знаю. Прикиньте, я еще не докачалась до 40-го в обычном еще до перерождения. Блин, жесть. А как так? А я не знаю, что такое. Вот вы как-то это, у вас все хорошо пошло, а у меня нет. Слушайте, у меня уже 9-й уровень, но я как-то медленно иду. Ну, конечно. Возможно, я привыкла очень быстро бегать, и поэтому теперь для меня 40 миль в час — это очень медленно. Слушайте, а кажется, после перерождения вы гораздо больше зарабатываете на монетках. Да ладно. Да? Ну, да, я пробежала вот сейчас, и каждое кольцо дает по... куча колец. Либо это из-за питомцев, либо что-то изменилось. Кстати, питомцы, точно. Они же должны быть полезными. Я думаю, что ну, не просто так же они есть. Наверняка. О, ребят. Так, а вы в самом начале, да? Ну, мы с вами, да. Нет, я в другом мире, во втором. Ага. Ульян, смотри. Ну, привет. Ничего себе, это как так? Я, кстати, ее очень любила. А вот во втором мире, короче, во втором мире допрыгиваешь, берешь карточку и становишься таким челиком. Классно. А еще, когда быстро бегаешь, сейчас я тебе покажу. Ой, 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 я не успела за тобой следить. А что ж такое? А почему? А я... Вот, 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 если прямо, короче, я летаю на хвосте. А, да, да, есть такая возможность. Ой, это милашная, которая оранжевая штучка. Лисичка, да. Да, да, да. Двухвостый такой. Ну или лис, я думала, это девочка. Я не помню, я не помню, правда, честно. Да. Но она мне очень нравилась, он, она, этот персонаж, а, короче. По-моему, это он. Этот персонаж, да. Там была девочка, но она была похожа, а это был именно мальчик, а еще был еще другой мальчик, в общем, да, короче. Может быть, да, так и есть. Но я скоро уже могу пойти на тот уровень, у меня почти 25-й уровень. На тот мир, в тот мир, короче, у меня почти 25 уровень. Так, ребят, ну что, я предлагаю путешествие в третий мир, чрезвычайный хил Обби. Сначала, видимо, нужно пройти Обби. О, боже, просто вниз, тюкнулась, как голубь. О боже, я вспомнил. Так, ну что, ребят, я пришла во второй мир и вновь пришла после перерождения. Мне он очень нравится, явно больше, чем второй, вернее, чем первый.
Потому что, как мне кажется, в первом нужно было как-то чаще искать, куда нужно пойти, чтобы найти эти кристаллики. А тут они как-то близенько все рядышком. Вот. И, в общем, тут очень красиво. Кстати, это какая-то пустыня. Вроде как. И я уже 47 уровень себе набегала, так сказать. Ульяна, еще там есть карточки, и ты можешь насобирать себе, если очень много будешь собирать, на то, чтобы стать одним из персонажей. Либо найти карточку и стать им сразу. Да, то хорошо. Есть там разные есть. О, господи, ребята, я нашла. Я нашла лисенка. Я разблокировала лисенка. Ого! Очень долго мне пришлось а где ты понять, его нашла? Как сюда запрыгнуть. Вот он у меня был здесь. О, я вижу, да. Сейчас я тоже попробую. Как ты запрыгнула здесь? Блин, у меня не получается. На что ты нажимаешь? Почему ты так высоко прыгаешь? А можно чуть-чуть пробельнее пробела, а еще у меня 75 уровень. А, понятно. В общем, я предлагаю, пока вот я вертолет такой. Блин, мне очень нравится этот персонаж. Прям очень классный. В общем, я думаю, что мы вернемся сюда в следующий раз. А на этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. Пока. Пока.